В администрации прошло рабочее совещание по вопросу создания опорных пунктов полиции на территории Нижнего Тагила. Исполняющему полномочия главы города Владиславу Пинаеву доложили, работы по ремонту и передаче помещений под полицейские участки ведутся в плановом режиме. Всего в городе определены 53 опорных пункта, 38 из них уже полностью функционируют. Еще в 15 ведется ремонт. Начальник Нижнетагильской полиции поблагодарил городские власти за плодотворное сотрудничество. Наконец-то уже подобрано и отобрано необходимое количество удобных местах. Здесь принимали участие и главы районов достаточно активно. Поэтому прошу, чтобы продолжили работу до доведения до логического конца. Мы посмотрели, в какой стадии находится работа, какие деньги сегодня действительно выделены, как они осваиваются, какие контракты заключены, как проходят ремонты. Действительно, нас заверили и подтвердили, что все работы идут в рамках намеченных. Поэтому дополнительно рассмотрели работу организации опорных пунктов в новых домах, где возникают новые микрорайоны, в частности на Гальянке. Поэтому работа, я считаю, что очень важная.